Всем привет! Это онлайн. У нас самое интересное, заметное и вкусное сети. Сегодня мы приготовили для вас очередную порцию хорошего настроения. Начнем. Отправился в кругосветку. Уроженец Бурятии начал покорение мира на велосипеде. Виталий, известный в инстаграме как Мистер Богатов, стартовал несколько дней назад из Улан-Удэ. Цель Виталия – встретить свою любимую музыкальную группу Imagine Dragons. Помните, он анонсировал свое путешествие в начале года, а мы с вами активно комментировали публикации музыкантов и оставляли там хэштег ID Байкал, чтобы они заметили своего фаната. В Бурятии Виталий уже известен. Как знать, может, через 2 года о нем заговорит весь мир. Именно за это время он хочет окончить свое путешествие. Моя кругосветка началась, и, блин, я дико переживаю, потому что мне сегодня надо еще доехать до Кабанска, и, друзья, спасибо, что меня поддерживаете, я надеюсь, что мы вместе пройдем этот непростой путь в, наверное, 80 тысяч километров, я так скажу, из них я проехал 30, и, короче, началось, я к этому долго-долго шел, и я дико волнуюсь, я не знаю, что сказать, просто лайкайте, репосты делайте, и я рад. За время кругосветки Виталий планирует зарабатывать коучингом, но готов трудиться и на плантациях, если придется. Еще одна цель путешественника – привлечь внимание к загрязнению Байкала. Виталий считает, что чем больше известных людей будет вовлечено, тем лучше. Друзья, вот и подошел второй день моего кругосветного путешествия. Он был невероятно насыщенный, как с точки зрения дороги. Я проехал 115 километров и доехал все-таки докуда хотел. Я встретил интересных людей, о них я расскажу чуть позже. И самое главное, друзья, я хочу сказать каждому огромное спасибо за то, что вы пишете, какие в директ прилетают сообщения. Я просто, блин, я счастлив. А вот этот парень давно известен не только в Бурятии. Известный рэпер Артур Шмыгин, он же Люксор, выпустил клип на песню «Манекены». Композицию музыкант записал вместе с певицей Марией еще осенью. Песня зашла многим, а теперь собирает лайки и сам клип. Все вокруг манекены, идем отсюда, давай. Модный звук в наших венах, нам хочется танцевать. Все вокруг манекены, идем отсюда, давай. Модный звук в наших венах, нам хочется танцевать. Между нами все грани стерты. Мы упороты в ноль, но мы в зоне комфорта. Нас двое в черном паспорту. И мы кутим под старые песни Дорна. Здесь королевы эскорта с их королями. Здесь бесконечная гонка в поиске тяги. Здесь накрывают ушатанными волнами. Отсюда не убежать, ведь пати в оригинале. Как громко долбит битами по стенам. Вокруг лишь тонкие талии с феном. Они мечтают оставить проблемы. Мы в городе снов, где одни манекены. Дни догорят под утро. Липкий пол здесь тихо и не убрано. Ночи не испортили тебя пошлыми шутками. Я напишу твое имя на теле буквами. No все love. Вокруг манекены, идем отсюда, давай. Модный звук в наших венах, нам хочется танцевать. Все вокруг манекены, идем отсюда, давай. Модный звук в наших венах, нам хочется танцевать. Это казино, где не везет никому. Ставки на зеро, тебя застрелит тому. Битое стекло и все по горло в дыму. У них рандеву, вполне банальный замут. Как же занесло меня на тусу без рук. Тысячи условий, но все призраки врут. Редкий вор из лов, если высокий каблук. Ломается вслух за пару минут. Я выключаю эти лица в твоем доме. Им нужно больше быть в эфире, больше историй. Их необъятная планета от пуха горит пожаром. Такого пуха нам не нужно даром. Запах пороха с перегаром. Все так дорого в сердце бара. Мы рискованы, скажут дамы. Делим поровну наши планы. О, сколько нам открытий чудных! Следующее видео как раз об открытии, а точнее об открытом люке на дороге. Ну че, комбуч? Люка не видишь? Не вижу, ага. Че, там хет отхмны? Отхмны, ага. На Петрович, смотри, если в этот люк открытый кто-нибудь сейчас провалится, пока мы курим, виноват будет Гамбойч. Я куда Гамбойч сразу? Михалыч, а? Ехай же генщин-то. Сейчас, погоди, засов открою.
Я морду засовываю в кипяток, я пхаю. Ну все, я обида. Я пхумный. Я обида. Люгу я хахмный. Выхода. В лопшему. Хамовый. Байрты. Тахинь олзутра. Судьба Люка – это уже тема для новостного сюжета, но сейчас немного о другом. Видео опубликовано под тегом «Дневник Аваркома». Автор тега и видео часто по долгу службы следит за тем, что происходит на дорогах. Порой получается очень забавное видео. Можете прогуляться по тегу в свободное время. Знакомьтесь, это Влад, и он в свои 4 года уже блогер. На самом деле страницу ведут его родители, Василий и Лилия. Папа Влада – уроженец Бурятии, а мама родом из Тувы. Псевдоним Чой придумала старшая сестра, которая очень любит корейскую культуру. Семья живет в Новосибирске. Совсем недавно в бурятский инстаграм Владик ворвался с рецептом «Бов». Мы не поленились и нашли не менее интересные вайны, которые также есть и на его YouTube-канале. Любимая, я тебе купила лёзик. Семеньки будешь? Оттяни мой новый смор. Я принес тебе молоко, мясо, сметану, творог. Девушки, выбирайте чебана, он же такой хозяйственный. Кстати, и сам Влад многое умеет, например, готовить, и даже записывает видеорецепты. Вашему вниманию, тот самый рецепт национального блюда. Готовим бобы. Берем яйца, добавляем сахар, перемешиваем, добавляем молоко, соль, соду. Добавляем растопленный маргарин, перемешиваем, добавляем тестяную муку. Оставляем тесто на 10 минут. Раскатываем тесто. Делаем прямоугольники. Взяем бобы. Бобы готовы. Всем приятного аппетита. Вам и был Владик.